Здравствуй. Ну, здорово. Ну что, скажи мне, чего ты желаешь на самом деле? Чего я желаю? Чтоб он стоял и деньги были. Ладно, на самом деле я желаю сделать обзор на тебя, так что погнали. Дорогие друзья, всем привет и добро пожаловать на канал «Коротко, а не коротко». С вами Кин и это рубрика «Что посмотреть?». Рубрика, где я буду вкратце или нет рассказывать про вышедшие сериалы, закрытые сериалы или сериалы, имеющие за спиной от 3 сезонов. И сегодня мы с вами поговорим о сериале «Люцифер». По сюжету сериала «Люцифер», да-да, тот самый. Решил, что в аду и без него хорошо, и отправился отдыхать в город, наиболее подходящий для него – Лос-Анджелес, где он покупает себе ночной клуб «Люкс» или «Роскошь», в зависимости от озвучки, и в ходе стечения обстоятельств знакомится с детективом Хлоей Деккер, единственным человеком, над которым он не властен. А властен Люцифер над всеми, так как в его арсенале помимо чертовского шарма, обаяния и неуязвимости, есть сила выведывать у людей их тайные желания. Хватит изображать плохого и ужасного копа. Скажи, Фрэнки. Чего ты хочешь на самом деле? Найти убийцу Джоуи и заставить его поплатиться. О. Скажите, детектив, чего вы желаете больше всего на свете? И все? Это вся магия? Вы случайно не джедай? Ко всему прочему, оказывается, что детектив является и главной слабостью Люци, так как в ее присутствии он становится смертным и может быть ранен, и даже убит. Что? Боже мой, Люцифер, ты в порядке? С чего бы мне быть не в порядке? О боже, что бы ты ни делал, не доставай! Так, все, хватит, пока в зону спойлеров не зашли. Сериал «Люцифер» основан на серии одноименных комиксов компании «Вертиго», которые я благополучно не читал. Но судя по тому, что я узнал, сериал на них основан только поверхностно. К примеру, возьмем Люцифера. Внешний актер Томми Эллис абсолютно не похож на комикс-аналог Люцифера. Но, блин, как же шикарно он вливается в сериал. То есть у нас абсолютно не каноничный, но чертовски подходящий актер. Ой, а если быть честным, то я бы хотел комикс в свои загребущие ручонки. Но только в печатном издании. В котором, к сожалению, у нас в городе его нету. Но хватит о тайных желаниях, поговорим о насущном. О сериале, в который я влюбился буквально спустя пару просмотренных серий. И больше всего я влюбился в... диалоги. Да, диалоги, как по мне, в сериале просто шикарные. Ты видел лик дьявола? Каждое утро вижу в зеркале, приятель. Вот именно! Он в каждом из нас. В моменты нашей слабости. Посмотрите на мир. Грех. Похоть. Это дело рук дьявола? Ой, ну вы мне льстите. Вы люди и сами много чего натворили. О мужике, который комплексует по поводу своего... микропениса. То есть мы ищем иголку в стоге пенисов? Вот поэтому я и не хотела тебе говорить. Короче, когда шоу подогнали под семейное, все про микропенис убрали. Кто-нибудь хоть заметил? Ладно. Вообще в сериале, как по мне, есть три вещи, за которыми хочется наблюдать без перерыва. Первое — это замес сезона. То есть идея сезона, проходящая сквозь серии. Вторая — это поведение и поступки персонажей. Ну, думаю, не надо объяснять, что это значит. И третье — это шикарные диалоги. Все это происходит на фоне детективных расследований, которые, как бы их ни восхвалял создатель сериала Том Капинос, абсолютно скучны, неинтересны и, если вы включите немного логики, предсказуемы. Но знаете, это может отпугнуть вас от сериала, если только вы ищете сугубо детективное шоу. Что ж, если так, то могу предложить вам сериал CSI, который пропитан детективным. Здесь же держите, вот вам легкий детективный сюжет, стёб, юмор, подколы, драма и, само собой, мелодрама, а именно любовная линия Деккер-Люцифер. Ну и, конечно же, религия, которая, как по мне, не давит, но все же, если вы против кино и сериалов, связанных с религией, то лучше воздержитесь от просмотра. На данный момент сериал имеет за спиной 4 полных сезона, а мог бы иметь 3, так как сериал закрывался после 3 сезона, чем я был офигеть как раздавлен. Еще бы, я взахлеб посмотрел 3 сезона, а тут как бы новость. Сосите ноги, 4 сезона не будет. Я уже, если честно, начал думать, что на мне какой-то сериальный рок. Только стоит мне сериалу понравиться,
Как его закрывают? Понравилось холистическое агентство Дирка Джентли? Хрен тебе, вот тебе два сезона, больше не получишь. Что тебе, понравился сериал «Константин»? Вот один сезон, а дальше мы закроем сериал. Оу, я гляжу, тебя зацепил Люцифер. Три сезона с тебя хватит. Прям хоть начинаю услуги оказывать. Хочешь, чтоб сериал закрыли? Дай мне его полюбить. Наверное, поэтому «Дом 2» еще существует. Не могу я его полюбить. Но хорошо, что сериал решил себя спасти. Да и фанаты подключились. Включая меня. У меня в инстаграме есть пост с хэштегом «Save Lucifer». Почитайте, если будет интересно. И хоть Константину такой же метод не помог, но помог Люциферу. И Люцифер был спасен. Спасен стрим-сервисом Netflix. И поклонниками. И хоть характеры персонажей чутко подкорректировали, сериалу это не навредило. Персонажей я описывать не буду, а то и 3 часов не хватит. Просто скажу, что они все шикарны и влюбляют в себя. Скажу так, для меня среди них не было бесячих или надоедливых личностей. Да, да, да. Для меня в этом сериале нет существенных минусов. За исключением разве что детективной линии, но о ней я сказал чутко раньше. И вообще, если я посчитаю, что в сериале достаточно весомых минусов, то я не буду вам его советовать. Например, такое говно, как сериал «Мгла». Простите за выражение. Под выражением я имею в виду то, что я назвал это сериалом. Итак, подведем итог. Все бегом смотреть Люцифера, чтобы Netflix от него не отказался. Пожалуйста. Ладно, давайте чуть более развернуто. Хоть иногда несоответствие канону комикса, даже легкое, может навредить сериалу, это не тот случай. Данный сериал я бы рекомендовал всем. Не-не-не, само собой 16+. Он не совсем чтобы пошлый, не давит религиозностью и порадует как любителей мелодрам, так и людей, желающих посмеяться. Так что если ищете что посмотреть, то 4 сезона и 67 эпизодов Люцифера — это то, что доктор прописал. Дорогие друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Вот такое. Вот такое. Вот такое вот. Спасибо. С вами был Кин, и если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк, а в описании вы найдете ссылку на мой инстаграм и группу ВК, где при очень большом желании вы можете поддержать канал рублем. Я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов и... Чего же вы желаете на самом деле?